Волнительный и долгожданный день для выпускников. Сегодня в столичных школах прозвучал последний звонок. К радости учеников и учителей в этом году торжественные линейки состоялись, но в не совсем обычном режиме. На линейке было разрешено присутствовать только выпускным классам – 4, 9 и 12. Родителей на праздничные мероприятия не допустили. Их сегодня выпускникам заменили учителя, которые были с детьми рука об руку все учебные годы. Мне очень жалко, что я недостаточно сблизилась, особенно последние 2 года, со своим 12-м гуманитарным классом. Я надеюсь, что они прекрасно, может быть, удачно сдадут экзамены на бакалавра, получат степень бакалавра и разлетятся из нашего гнезда кто куда. Выпускники с трудом сдерживают эмоции. Привычный образ жизни, день, расписанный по минутам, с уроками, переменами и домашними заданиями, остается в прошлом. Сегодня они вспоминают, как в первый раз сели за парты, получили первые двойки и нашли первых друзей. Ощущение того, что уже сейчас будет серьезная жизнь, вроде как бы хочется, а вроде как, ну уже 12 лет прошло. Одни эмоции. Очень соскучились по школе. Ты так понимаешь, что это были последние денечки, когда ты сидишь за партой. И становится немного грустно, если в прошлом году мы были 11 класс, и не так как-то задумываешься, что ты больше не будешь в школе, то сейчас как-то на самом деле расстраиваешься. Все как пелось в песне. Первая любовь, первые друзья, первые ошибки. И это просто потрясающее чувство, смешанное на самом деле, осознавать, что вот уже конец. Я очень надеюсь, что после этого, после выпуска, мы продолжим общение, встречи с учителями. Но впереди самые важные экзамены, поэтому пока сложно определиться со своими чувствами. Ну, пока что определенных чувств нет, потому что еще экзамены, так что мы еще вернемся сюда. Вот, и, возможно, еще будем навещать наших учителей. Слова напутствия выпускникам прозвучали и от всего педагогического состава лицея. Дорогие ребята, 4-й класс сдал экзамены свои первые в жизни. 9-м и 12-м классам еще предстоит это испытание. От имени всего лицейского сообщества мы вам желаем успешно эти экзамены выдержать, показать все, чему вы научились за эти годы. И самое главное, реализовать в дальнейшем свои планы и мечты относительно будущей жизни. И вот кульминация праздника. Одновременно радостный и грустный момент. Тот самый последний звонок. Теперь школьные годы позади. Впереди у выпускников экзамены и после взрослая жизнь. С праздником, дорогие выпускники! Илона Ведрашко, Дмитрий Паршуков, Акчен ТВ.